Вейка, с вами Вова Кэс. Почему все жалеют парня Кати Адушкиной? Егор Крид поцеловал Олю Бузову, а она призналась ему в чувствах. Марьяна Ро потеряла фейса. А Янго выпустил пародию на Ариану Гранде. Ну что ж, мои дорогие, пришло время навалить побольше лайков и побольше дизлайков. Кто еще не подписан, подписываемся. Погнали! Итак, Тенго выпустил пародию на Ариану Гранде «Seven Rings». Я хочу это, я получу это. Я хочу это, я получу это. Я хочу это, я получу это. По традиции он просто перевел текст песни в Google переводчике. По словам блогера, запись трека заняла всего лишь навсего 20 минут, а запись клипа 2 часа. Кульминацией стало исполнение Яна знаменитых движений Арианы «Лежа на столе». Я хочу это, я получу это. Многие пишут, что Янчик отлично исполняет женские роли. Его прошлая пародия на Билли Айлиш набрала уже 4 миллиона просмотров. Так ты крутой парень, как это действительно грубый парень, просто не могу насытиться парнем. Вам, кстати, какая больше понравилась, на Билли или на Ариану? Катя Адушкина выпустила вторую серию AK-шоу. Напомню, что в первой серии девушка поругалась со своим парнем Сёмой. Подробности их ссоры, если ты до сих пор не в курсе, можешь узнать, кликнув на подсказку. Так вот, Сёма пытался помириться с Катей. Пришел к ней с вкусняшками поговорить, а она его отвергла. Пойдем поговорим. В общем, сцена печального и поникшего Семена вызвала бурю эмоций. Девчонки ринулись жалеть его в комментариях и хейтить Катю за бессердечность. Пишут, что Адушкина стерва и недостойна Семена. Кстати, в итоге ребята все-таки помирились. Вот сюда. И целуешь меня в щеку. Да. А вы как считаете, кто из них прав, а кто виноват? Неожиданно для всех Марьяна Ро появилась на канале Паши Техника. Девушка пыталась угадать, какая вещь брендовая, а какая поддельная. Вот это Китаем почему-то пахнет. Вот это Гуччи. Вот это оригинал тоже. Да. На вопрос Паши, а где Ваня, Марьяна ответила, что не знает. Марьян, а где Ваня? Ты что, вы же друзья, best friends. Ты что, не знаешь? И я не знаю. Скорее всего, это была шутка, но у Марьяны был весьма печальный вид. Тем не менее, вчера у Марьяны была история с фейсом, так что, скорее всего, у ребят все просто отлично. Оля Бузова и Егор Крид снова порадовали шиперов. В последнем влоге Оля показала свою очередную встречу с артистом. На удивление всех хейтеров, Егор первый поцеловал певицу. Объясню, хейтеры Оли считают, что она вешается на Егора, а ему это неприятно. Но разве стал бы он целовать Олю, если бы ему этого не хотелось? Помимо этого, Крид хоть и в шуточной форме, но все же приревновал Олю к Тимуру Батрудинову. Тимур меня к тебе ревнует, ты меня к Тимуру. Что это за такая ревность? Он не мой парень, не меня. А в конце Бузова призналась в чувствах к Егору. Видишь, тебя тянет на футболиста. Я тянет к тебе. Пишите, как вам эта парочка? Или Оля лучше с Тимуром, а Егору с Клавой Кокой? Егор Крид поцеловал... Помимо этого, Крид хоть и в шуточной форме, но все же приревновал Олю Бузову к Егору Крид Патрудинову. Помимо этого, Крид хоть и в шуточной форме, но все же приревновал... Обязательно смотрите предыдущие ролики. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Насыпем побольше лайков, но и дизлайков не помешает. Всем пока!